От теоретической экологии к практической. Сегодня в Ханты-Мансийске отпустили свободное плавание мальков краснокнижной рыбы. 10 тысяч особей сибирского осетра пополнили Опертышский бассейн. Подробнее о том, как в Югре восстанавливают популяцию особо ценных рыб, расскажем в следующем сюжете. Сибирский осетр – рыба редкая. Она попала в Красную книгу еще в конце прошлого века. Популяция продолжает сокращаться. Вину не только браконьеры. За последние полсотни лет экосистема Сибири изменилась. На берегах рек появилось множество промышленных предприятий. Это не способствует естественному воспроизводству ценной рыбы. Теперь добывающие компании помогают природе, пополняют реки мальками сибирского осетра. Сейчас перед нами стоит задача не только сохранить, но и приумножить богатство Югры. А в наших озерах и реках водится более 40 видов различных рыб, в том числе ценных, муксун, стерлядь, нельма, чир. Но визитной карточкой Югры является сибирский осетр. Отмечу, что зарыбление проходит в рамках национального проекта «Экология». Только в этом году планируется выпустить в реки округа более 4 миллионов мальков сибирского осетра. К слову, качество особи растет. Это уже не 3-граммовые хилые рыбки, а 40-граммовые богатыри. Такие габариты позволят большинству из них выжить в дикой природе. Эта молодь за 3 месяца достигла уже там на веске там, максимально там, более 40 грамм, что, ну, является рекордом. Там вот работники главрыбхода, они уже там планируют написание научных работ на эту тему. Это хорошее потомство, и мы рассчитываем, что через 10 лет то, что мы сейчас выпускаем, уже уйдут в притоки Аби в Томской области, и действительно уже пойдут на нерест, и пойдет уже новая волна уже естественного воспроизводства. Пока что мы запускаем только процессы. И эти процессы на одном осетре не остановятся. 7 югорских компаний до конца года компенсируют еще 13 миллионов личинок чира, 5 миллионов особей муксуна и почти 2 миллиона сиговых. Таким образом, планируется, что в ближайшие годы особо ценная рыба восстановит популяцию и благодаря этому навсегда покинет Красную книгу. Василий Сысуев, Лев Рыжков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.